Друзья, рекомендую подписаться на канал Макса. Он снимает видео о питании, влоги, тренировке. Посмотрев хотя бы одно видео, вы поймете, что это не фигня, это нечто крутое. Ссылка в описании. Тренировки за дня в день, из года в год, и ты получаешь свое. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем прокачивать грудь и трицепс. Будет небольшая такая тренировочка. И лучше делать все с минимальными промежутками между подходами. Поэтому буквально час или 30 минут, и вас уже не должно быть на площадке. Итак, ребята, в начале тренировки обязательно разминаемся, так как это будут в основном отжимания. В общем, это будут только отжимания различные. Размять нужно запястье. Слышите, у меня все хрустит, возможно. Потом разминаем локти и плечевой сустав. Также можно немного повороты корпуса, на всякий случай, вдруг что. Ну и шею. Погнали. Итак, начинаем упражнение с отжиманий. Делаем два подхода по 10 повторений. Это такая, ну, разминочка, чтобы разогреть мышцы, потому что мы только что просто подвигали суставы, чтобы ничего не сместилось, не сломалось. Такое иногда случается, даже у профессионалов. Не разогрелся, было холодно. Вот, и все, пошло. Так, потом будет отжимание на брусьях. Три подхода по 15-20 повторений, потом будут глубокие отжимания, потом переходим на крестальные отжимания от пола, и под конец, чтобы как-то все эти нарощенные мышцы балансировать, будут отжимания лучника. Здесь мы опускаемся глубже, чтобы проработать грудь. Так, ребят, также можно в эту тренировку добавить отжимания за спиной от скамейки или, в общем, от какой-либо поверхности. Ну, тут по подходам примерно тоже 2-3 подходов по 15-20, ну, это, естественно, сколько вы можете. Если вы, ну, начинающий, думаю, если в конец тренировки это еще добавить, то 15-20 должно хватить. Ну, можете делать больше, можете делать меньше. Опять-таки, тренировки не обязательно точь-в-точь пытаться повторить, все по возможностям. Вот, также можно при просто отжиманиях от пола, ну, можно закинуть ноги куда-нибудь повыше, чтобы было посложнее. Так, ребят, отжимания лучника можно делать как попеременно, так и сначала на одну сторону, потом на другую. Я буду делать сначала на одну, потом на другую, чтобы акцентировать внимание сначала на одной стороне, потом на другой. Итак, ребят, мы качаем большую и маленькую группу мышц, так как выделяется больше анаболических веществ, гормон роста и тестостерон. Таким образом, тренировка проходит эффективнее, и вы наращиваете драгоценные мышцы быстрее. И самое главное, не забывайте в конце каждой тренировки растягивать мышцы, которые вы напрягали. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите в колокол и не пропускайте больше интересных видосов на канале. Пока!